сегодняшние щенки. Значит, их у нас сколько? 5 штук, да? Вот ничего не делали. Мы только-только посадили их в клетку, дали еду и воду. И вот я сейчас пришла, что я вижу. Я не пойму, что они ели. Но это и глисты. Это глисты. Вот такие вот заглистованные пацаны. Кто трусы, а? Кто тут у меня трусы? Вот такие трусишки. Короче говоря, скорее всего, людей не видели. Очень они меня боятся, боятся всего. Вот, чтобы вы понимали, размер с кошкой. Вот кошки, это подростки котята. Вот размер щенков. Щенки как размером с котят, короче. Так любопытно, конечно, как все щенки, но боятся. Боятся. Шестимесячный или семимесячный, где-то шестимесячный, где-то подросток вот с ним рядом. 6 месяцев, вот такие ученики. Давай глистогонку им. В общем, 4 девчонки, вот белые все девчонки, черный пацан. Не нравятся мне щенки, в плане, что лимфоузлы увеличены у них. В общем, не вполне здоровые они. Будем наблюдать. Да, вот это вот хотела меня укусить. Хотела укусить, меня съесть, хотела вот такая вот черноносая деловая мадам, да? Так, по поводу щенков хочу сказать. Щенки, конечно, не очень здоровые. Слабенькие еще. Да? Но боятся очень, не доверяют. Но вроде бы уже потихонечку сейчас будем надеяться, что будут приходить в себя. Давайте, ребята, давайте, ну. Не бойтесь. Очень трусливые. Куда ты? Пока еще они, конечно, получают лекарства.